Воскресный променад приурочен к Дню семьи, любви и верности. Одно из главных событий бульвара – награждение победителей конкурса фотографий имени Ларисы Деркинс-Малагаевой «Семейный портрет». В торжественной обстановке также будут чествоваться семьи, внесшие наибольший вклад в развитие города. Насыщенную программу подготовил фонд «Дети Абакана». Самые юные горожане смогут окунуться в творческую атмосферу и потешиться в играх. Узнать что-то новое и полезное о своем здоровье гости Черногорского парка смогут на площадке «Витражи здоровья», где будут проходить консультации по правильному питанию, дыхательным практикам, ароматерапии и много другое. А главное, все это под живую аккордеонную музыку. Она будет разливаться на бульваре наигрышами и переливами. Вся программа будет, конечно, посвящена теме семьи, детей, любви, семейным добрым отношениям, традициям и так далее. Поэтому обязательно в эту программу будет включено все мастер-классы, мастера, которые выйдут в этот день, их продукция и их деятельность будет посвящена так или иначе семье. Помимо этого ждут наших гостей нашего города и жителей нашего города много сюрпризов, о которых я не буду говорить. А также вы найдете очень много занятий себе и своим детям. Например, у нас будет принимать участие Федерация джампинга по джампингу, наверное. Многие уже знают, что это за такой необычный новый вид спорта, да, на батутах, где пройдут также и мастер-классы, и можно будет посмотреть презентационное выступление и попробовать самим поучаствовать в этом конкурсе. Также можно будет просто в нашей ленивке поленивиться, почитать книжку, пообщаться, послушать прекрасную музыку. Мы приглашаем всех жителей и гостей города на бульвар выходного дня. Это стало прекрасной и доброй традицией нашего города. Поэтому будем рады вас видеть, будем рады вас вновь удивлять. Ну и надеюсь, вы проведете прекрасный воскресный выходной день с нами.